Мачеха. Я увидел слезы на ваших глазах. Не думаю, что у вас фильм настолько впечатлит. Без впечатлений невозможно. Мать пожертвовала собой ради здоровья своего ребенка. Эта преданность свойственна только матерям. Моя мама тоже была словно ангелом. Почему у хороших людей жизнь бывает такая коротка? Несмотря на то, что наши близкие уходят от нас, они нас поддерживают оттуда, свыше. Я тоже вырос без отца. На мое счастье, рядом мои мама и брат. А у меня, кроме отца, никого нету. С Бабуром вы, кажется, словно брат и сестра. Я в курсе, что вы переписываетесь. Возможно, из-за этой переписки я и вернулась домой. Если бы он не написал мне... Письма Бабура были настолько дороги для вас? Да. Он писал мне в основном о нашем доме, друзьях детства. Когда я скучала по папе и друзьям, я перечитывала эти письма. Обо мне тоже писал? В детстве мы с вами не очень ладили. Может, поэтому он и не писал о вас. Да. Так вы с Бабуром настолько близки, значит? Почему интересуетесь? Да нет. Просто так. Он стал мне словно родным братом. Я завидую ему. Почему? Он с детства защищал вас. Много лет является вашим другом. Мне кажется, что вы скрываете от меня что-то. Только не ревнуйте меня к Бабураке. Ну ладно, я пойду. Ну, тогда до завтра. До свидания. До свидания. Sevgi uyğandı Oşanda biz yaş edik Yaş edik sen ham Sevişni bilmezdim Bilmezdik sen ham Seni sevaman Seni sevaman Seni sevaman Canım Seni sevaman, canım. Seni sevaman, canım. Извините, я не хотела помешать. Я пришла вас позвать на ужин. Значит, ты влюблена в Бахадыра, да? Ты сама согласилась? Или моя мама говорила тебе? Вы сами говорили, что Бахадыр хороший парень. Говорил. Но я не думал, что так быстро примешь решение. Я не понимаю вас. Вы же сами сказали, скорее прими решение. Сейчас я и сам себя не понимаю. Мне нужен психолог. Может, поможешь мне? Если вы расскажете все как есть. Что-нибудь от этого изменится? Ты что, откажешься от мнения выйти замуж? Что вы такое говорите?
Ты действительно хочешь знать, что у меня на душе? Ужин стынет. Не уходи от ответа. Нас ждут. Дильдора? Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. Идем. Как приехали? Все как хорошо? Ты? Все хорошо у тебя? Спасибо. Ну-ка, садись. Итак, тетя, я вас слушаю. Благословите. Пусть будут мир и спокойствие. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Послушай, следуя нашим традициям о невесте, нужно расспрашивать у соседей в махалле. Мы сходили и разузнали все. Так. Люди говорят, что ходят разные странные слухи. Мы тут с сестрой задумались. Что за слухи? Ходит молва, что у нее между Бабуром есть какие-то... Тетя, перестаньте. С Бабуром мы дружим с детства. Еще почти каждый день мы вместе. Если бы между ними что-то и было, то я бы знал это. Послушай. Они же живут в одном доме. На это что ты скажешь? Всегда вместе. Тетя, я давно принял решение. Никакие слухи не заставят меня передумать. Ты не думаешь о репутации нашей семьи? Дильдора ничего такого не сделала, что портило бы репутацию нашей семьи. Люди распускают слухи, что ты женишься из-за ее наследства. Уживется ли в нашей семье девушка, которая жила всю жизнь в достатке, а? Да, ты об этом тоже подумай. Говорят, ровно с ровней должна быть. Почему обо всем этом вы говорите тогда, когда все уже решено? Сейчас еще не поздно. К любому делу нужно подходить основательно. Это не всю жизнь, да? Да, твоя тетя права, нужно подумать. Мама, тетя. Я скажу вам одну вещь. Пусть кто что хочет говорить. Я все равно женюсь на Дильдоре. Ой. Я же говорила тебе не вмешиваться. Бахадыр любит эту девушку. И точка. Послушайте, полюбил он? Понравилось ему. Мы что, женим его на первой встречной девушке, а? А потом мы не будем жалеть? Люди что только не говорят. Для меня счастье Бахадыра превыше всего. Вот поэтому женить его на первой встречной не нужно. Потом, когда будет поздно, не надо сожалеть. А сколько тех, кто женили по любви и погорели на том? Да брось ты! Свадьбу нужно начинать с положительными помыслами. Вот я об этом. Ну что мы слушаем Бахадыра? Давайте вдвоем сходим и еще раз пораспрашиваем. Спрашивали уже. Санзаратопа вместе узнавали. Есть же их соседка Гузаль. Так вот, все слухи распускает именно она. Это все происки завистников. Сестра, если нет ветра, то кончик дерева не шевелится. Значит, что... И хватит. Перестань. Ты снова начала? Я тебя сюда пригласила не для болтовни. В курпачи нужно вату набить.
Поняла? Вставай. В этом виде? У меня много халатов. Вставай, дел много. Тогда халат вовсе мне отдашь. Эх, Бахадр тебе купит. Идем. Джасур? Да? Что ты тут делаешь? Я просто проходил мимо. Увидел тебя. Не ври. Я видела, как ты наблюдал за мной. Да, я наблюдал за тобой. Твоей маме получше? Да. Получше. Ее выписали из больницы. А меня зачем ждешь? Сам просто хотел проведать тебя. Ведь поздно уже. Не нужно. Я сама пойду. Я уже привыкла. Твоему папе получше? Нет. Состояние у него тяжелое. А врачи что говорят? Говорят, что нужно делать операцию. Но у нас нет на это денег. А почему вы не попросите у Махали? Там вам помогут. Отец не хочет этого. А то, что ты и братья твои мучаются, все равно, что ли? Я не смею слушаться его. И потом, кто просто так может отдать такую сумму денег? Извини меня. Мне не следовало тебе говорить об этом. Почему? Я не хочу, чтобы из-за меня ты снова совершил кражу и попал в тюрьму. Да ну, даже так, да? Да. Уже почти на краю, говоришь? Когда я протянул руку помощи, он отказался. А теперь сидит, наверное, не зная, что делать. Или он до сих пор ничего не заподозрил? А, пока к нему не постучаться из налоговой, этот глупец так и не узнает. Ладно. Поговорим позже. Рустам, вот теперь-то ты придешь к моему порогу со слезами. В ногах у меня будешь просить прощения. Будешь умолять о присоединении наших фирм. Я знал, что доверчивость — это твое уязвимое место. Вот это тебя и подвело. Теперь в округе сильнее предпринимателей, чем я, не будет. Ты где был до сих пор? Знаешь, какой час сейчас? Мы встречались с друзьями. Ты выпил? Посмотри на себя. Эй, на кого ты похож? Ох, Господи. Так ты меня живьем в могилу загонишь ведь. Что я сделал, отец? Послушай. Ради кого я тружусь в поте лица? А ты только и занят тем, что тратишь все, что я нажил. Я устал. Давайте потом поговорим. Я хочу спать. Только я стараюсь, тружусь, а для кого я коплю такое состояние? Для того, чтобы он все это прожигал? Когда же он станет человеком, а? До тех пор он, кажется, сведет меня с ума.
На обед ты придешь домой? Нет. Тогда обедай вовремя. Спасибо. Вот так. Бери. А вы сами? Мне нельзя. Я на диете. Ешь давай. Идемте. Чай есть? Да, есть. Бери. Соли достаточно? Очень вкусно. Сынок, ты не обращая внимания на слова твоей тети, все разузнала. Оказывается, эти слухи распространяла их соседка Гузаль. Мама, вот увидите, Дильдора будет такой невесткой, о которой вы мечтали. Да будет так. А те, кто клеветал, еще будут стыдиться за свои слова. Сегодня ты пораньше вернешься. Да. А в чем дело? Мы хотим собраться на совет по поводу свадьбы. Дяди твои приедут. Хорошо, мамочка. Я пошел на работу. Ты не доешь до конца? По возвращению доем, мама. Мне уже нужно одеться. Желаю благополучно сходить на работу. Аминь. Аминь. Осторожнее води машину. Хорошо, хорошо. Вещи твои я погладила. Спасибо, мама. Счастливо тебе. Можно? Как вы поживаете, Дильдора? Вы? Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Вы поправились? Да. За все вам спасибо. Вы указали мне верное направление. Это не я. Это ваше сердце указало вам правильный путь. Я стала только причиной того. Глядя на вас, я вспоминаю свою молодость. Я тоже, как и ты, верила только в хорошее. Моя совесть была чиста, словно снег. Вы себя не вините. В глубине души вы все такая же. Иначе вы бы не нашли верный путь. Вы удивительный собеседник и хороший психолог. Ваши слова усилили мою уверенность в себе. Вы вернули меня саму себя. И сына моего вызволили с края пропасти. Он вас очень уважает. За все вам большое спасибо. Все испытания остались в прошлом. Главное, вы снова все вместе. А Джасур в свободное время помогает мне. Вы не против? Почему же я против? Когда он рядом с вами, и мне спокойнее. Спасибо. Ладно, не буду отнимать у вас время. Еще раз спасибо. Хорошо, всего доброго. Как вы? Здравствуйте. А? Как ваши дела? Хорошо. Я хочу зайти к Азимаке. Интересно, он у себя?
Поглядите на них. Они так счастливы. Я сейчас зайду к нему. Не могу поверить. Эти отчеты намеренно спутаны. Неужели он дошел до такого? По-моему, составлять такие отчеты он не способен. Здесь чувствуется рука настоящего профессионала.
Кто это мог такое сделать? В бизнесе легче нажить себе врагов, нежели друзей. Почти вся моя жизнь прошла в делах с этим бизнесом. Людям оказываю посильную помощь. На чужое не зарился. Неужели Камалетдин забыл про все то хорошее, что я ему сделал? Говорят, истинные чувства людей скрыты внутри. Коли он пошел на это дело, пусть и отвечает сам. Свое дело он сделал очень грамотно. Кроме того, на всех документах стоит ваша подпись. А что, за его дела буду отвечать я? Если он сам не признается, то обязательно отвечать будете вы. Если бы я знал, на что он способен. Но я остался в неведении. Хорошо. Уклоняйся от удара. Хорошо. Правой рукой больше работай. Хорошо. Стойка. Ну-ка, давай. Молодец. Еще. Еще. Отлично. Хорошо. Ну-ка, давай еще раз. Здравствуйте, Табикаки. Как вы? Здравствуй. Как ты сам? Как там наши дела идут? Честно сказать, много дел было у меня. Вылетело из головы. В этом деле ваша помощь очень важна. Сегодня они собираются в клубе. Хорошо было бы, чтобы вы пошли вместе с Зульхумор. Хорошо. Я пойду. Помните, они не должны ничего заподозрить. Чтобы обеспечить вашу безопасность, на всякий случай вы будете под наблюдением. Ладно. Хорошо. Удачи вам. Хорошо. Меняй стойку. У меня есть предложение. Может, мы сходим куда-нибудь? Уже поздно. Давайте по домам все. Бабур, я присоединяюсь к твоей идее. Немного развеялись бы. А ты что скажешь, Зульхумор? Я согласна. Знаю отличное место. Поедем туда. Тогда поехали. Садитесь в машину. Вы не спросили моего мнения. За тебя ответил Бахадраке. Этого достаточно. Идемте. Но если вы не поедете, то и я не поеду. Давайте скорее. Как дела, Лубек? Привет. Как ты сам? Бери, угощайся. Как дела идут? Все хорошо? Еще что-нибудь закажем? Или, по-моему, всего достаточно. Ладно. Мне здесь не нравится, Бубураке. Я поеду, а вы оставайтесь. Ну, почему же? Не порть нам настроение. Ты же видишь, что всем нравится. Посмотри на них. А кто вон та красотка? За тебя не выдали же. Это дочка Рустамаке. Значит так, да? Не дурна, не дурна. Я не привык отдавать другим то, что принадлежит мне. Она-то ладно. Бабура зачем привели сюда?
Он все испортит. Думаешь, он заподозрил? Я Бабура хорошо знаю. Его не интересуют девушки типа Зульхумор. Если они вместе, значит, Зульхумор пусть не знает. Мы сами проследим. Если он напал на след, то успокоишь его. Ладно, хорошо. Да, оставьте вы все это. Мы пришли отдыхать. Берите лучше, угощайтесь. Почему у меня разболелась голова? Бахадыр, ты сможешь проводить Дильдора до дома? Да, конечно. А вы? Мы с Зульхумор будем попозже. Да, нам здесь нравится, да? Ладно, давайте, идите. Пока. Ладно. Напитки заказать? Здравствуйте, можно? Идем. Проходи. Садись. Что? Что-то случилось? Может, заболел? Нет. Ну-ка, рассказывай. Дильдорапа, мне нужны деньги. Нужны деньги? Да. А сколько? Много. Очень много денег. С твоей мамой все в порядке? Мама в порядке. Тогда зачем тебе нужны деньги? Отец одного моего друга болен. Нужны деньги на операцию. Если бы кто-нибудь дал мне в долг, то я хоть до конца своей жизни работал бы и вернул деньги. Так значит, да? Хорошо. Предположим, я нашла деньги. Но только ты мне покажешь дом того своего друга, хорошо? Почему? Вы мне не верите? Нет, я так говорю, потому что я верю тебе. Я себя уже хорошо знаю. Скажи честно. Речь идет о Надире? Да. Тогда идем. Зайдем к Азамаке. Он обязательно тебе поможет. Идем. Свободно? Свободно. Спасибо. Ваши подозрения верны. Вчера я видел Джалила там. Зульхумор тоже пошла туда. Да, если не считать, что она танцевала с Джалилом,
то с другими она не общалась. А кого вы еще видели? Лубека. Остальных? Я не знаю. А кто этот Улугбек? Улугбек — это сын Надираке. Его отец — очень богатый человек. Будьте осторожны, чтобы они не заметили, что вы следите за ними. Они не станут жалеть. Понятно. До встречи. Вы пили? Чтобы выглядеть правдоподобно, мне пришлось пить. Смотрите, не проговоритесь еще по пьяни. Не волнуйтесь, я не злоупотребляю. Будьте осторожны. Фильм переведен и озвучен на телеканале